Проверка звука. Смотрим, как у нас со звуком дела. Нет ли никаких проблем. Если меня хорошо слышно, можем начинать. Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре, посвященном аналитике, маркетингу, геймдизайну, всему, что не связано с программированием и артом в этой индустрии. Сегодня мы будем разбирать такую очень интересную, щекотливую и волнующую нас, простых разработчиков, тему, как придумать популярную игру. Я заглавил наш сегодняшний подход, один из подходов, который можно применить к этому нелегкому делу, таким тезисом: строим дом, который игроки полюбят. Сегодня мы будем строить фундамент нашей игры, сегодня мы будем ставить стены нашей игры, и сегодня мы будем крыть крышу нашей игры. Итак, начнем. Фундамент нашей игры. Что является фундаментом любой игры? В первую очередь, это ее геймплей, ее жанр, ее особенности. А в современном мире, точнее, в последние года, на рынке преобладают некоторые жанры, наиболее популярные среди людей. А мы сегодня с вами собираемся придумывать популярную игру, ту, которая действительно захватит умы и сердца людей. Поэтому для начала мы с вами рассмотрим самые популярные, самые успешные жанры на данный момент. А тут в презентации у меня для вас подготовлена есть небольшая табличка с жанрами. Я не во всем с ней согласен, но в целом она очень интересная. И в описании к нашему сегодняшнему вебинару я приложил ссылку на эту презентацию. Мне кажется, вы в ней сможете найти что-то полезное, в частности, это таблица. Иногда поглазеть и посмотреть очень интересно. Итак, жанры. А что мы можем сказать о жанрах? Я провел небольшое, совсем такое простецкое исследование, чтобы выяснить, что же можно сейчас сказать о рынке в целом и как понять, куда направлять свои силы, чтобы получить наилучший исход из траты своих сил. Что я выяснил? Я взял в один конкретный простой день, ни с чем не связанный, статистику из топ-100 самых популярных по количеству игроков игр. Эта статистика доступна абсолютно всем в Steam. Вам достаточно открыть вкладку магазина и увидеть, ну не открыть, а навести на вкладку магазина в Steam и увидеть внизу строчку статистика. Там вы можете увидеть каждый день то, какие игры наиболее в данную конкретную секунду популярны среди игроков. Для простоты я взял один такой день случайный, потому что на самом деле разница там не сильно меняется. А вот, и сделал небольшие подсчеты, чтобы вот иметь какое-то представление о сегодняшнем рынке. Что у меня получилось? Из 100 представленных в топе игр, 25 были шутеры, 18 стратегии, 18 RPG, 17 экшены, симуляторы 14 и 4 карточные игры. Я взял, скажем так, вот эти критерии и их очень сильно обобщил. Например, в экшен я запихивал и различные там файтинги возможные или какие-то гонки. То есть игры, которые больше всего отыграны не на какие-то ролплей составляющие, а просто на адреналин, скажем так.
И что из этого вышло? Казалось бы, да, если так пораскинуть мозгами, не обращаясь к статистике, скорее всего, нам придет в голову, что сейчас самые популярные игры – это MMORPG и шутеры. Но на самом деле это в основном шутеры. Люди очень любят шутеры. Почему? Сказать довольно просто. Потому что это игры, не заставляющие нас сильно шевелить своими мозгами. То есть это игры, в которые можно отдыхать. А большинство сейчас геймеров, они не то чтобы прям любят сильно напрягаться. Но с другой стороны, в опровержении моим словам, мы видим второе место. Это RPG и стратегии. Это очень, можно сказать, серьезные жанры, которые заставляют игрока попотеть, особенно стратегии. И также в этом топе есть симуляторы. Вот. Это тоже очень серьезные жанры. Что мы можем из этого сказать? Как бы мы с вами делали самую популярную игру на Земле? Скорее всего, мы бы выбрали с вами жанр шутер, потому что ему сейчас уделяют время наибольшее количество людей. Что дальше? Напоминаю, сейчас мы просто разберем, что происходит на рынке, и потом будем пытаться вывести из этого полезную информацию и понять то, как мы, какие признаки, как мы можем сделать популярную игру, чтобы, ну, действительно она отвечала требованиям современного мира, желаниям игроков. На самом деле мало сделать просто игру. Сейчас я, например, наблюдаю за многими инди-разработчиками, которые очень стараются сделать свои игры, вылизывают их, выделывают, прям каждую пылинку сдувают. Но эти игры не приносят им успеха просто из-за того, что эти игры неправильно подходят к игроку. Может быть, у них есть какие-то свои положительные стороны, но они не цепляют массового игрока. Итак, что еще? Допустим, мы взяли шутер. Какие могут быть шутеры? На самом деле, вот, кстати, насчет моба в Стиме. В топе 100 только одна моба-игра. Все остальные полноценные стратегии. Глобальные, неглобальные, РТС, не РТС. Моба только одна. Дота 2. Это вот просто вам как сведение. Итак, какая игра должна быть, какой шутер можно назвать наиболее популярным? У нас есть замечательные примеры, как Team Fortress, PlayerUnknown Battlegrounds, Counter-Strike, Warframe, GTA 5, Ark Survival. То есть вы прекрасно видите, что вот в маленьком кусочке, который я сфотографировал со статистики того дня, большинство из этих игр – это шутеры. И шутеры весьма разной направленности, весьма разных возможностей, разного даже сеттинга. И тем не менее они собирают самые большие аудитории. Как у них это получается? Переходим плавно ко второму, скажем так, кирпичику нашего дома. Даже точнее, к стенам. Что есть стены этого успешного проекта? Это сеттинг и его правильное использование. Нет, я не соглашусь, что моба по всем механикам это тоже шутер, потому что шутер – это игра в первую очередь на реакцию и на ваш скилл. А моба – это в первую очередь игра на ваши знания. Если вы вдруг захотите первого раза зайти в какую-то мобу и выиграть только за счет вашей реакции, вы этого не сможете сделать. Чтобы играть в моба, надо очень много знать. Иначе успех не будет на вашей стороне. Поэтому это не совсем правда. Как бы любители настоящих стратегий не хаяли жанр моба и так далее, и так далее, это тоже ответвление стратегий. Сеттинг. Возвращаясь к нашему важному моменту. Почему сеттинг так важен для игры? Во-первых, сеттинг – это самый лучший, самый надежный, самый правильный источник ваших механик. Вот, в пример, две картинки вы сейчас видите.
на экране. Из обеих этих картинок можно сделать шутер. Один будет простой, весьма обыкновенный, как на правой картинке, стандартный sci-fi антураж, который ничем, скажем так, новым нас не удивит. И представьте себе шутер в жанре фэнтези. Это весьма редкое явление. Даже самые, скажем так, прожженные путешественники по страницам Стима назовут вам не так много игр, которые реально подходят под жанр шутер и при этом в жанре фэнтези исполнены. Но что это еще дает? Каждый сеттинг с каждой своей, скажем так, мыслью, которая за ним лежит, дает нам возможность придумать что-то новое и необычное. Да, я вам расскажу об этом чуть позже. Сейчас мы еще немножечко поговорим про статистику. Все-таки на самом деле, когда речь идет о популярности, нужно действительно обращаться к статистике, иначе вы не узнаете, что именно нравится людям. Это важно. То есть, если вы думаете, что «О, я сделаю настоящее, самое лучшее продолжение квеста «Сибирь», и все его полюбят, это принесет мне миллионы», это абсолютно не так. Если вы сделаете даже шедевр, который получит 101 балл на метакритике, денег вам это не принесет, потому что это очень узкий жанр с очень ограниченным количеством людей, которые его уважают и любят, и неизвестно, сколько из них пираты. Вот. Итак, статистика. Анализируем в тот же день, в то же время, что у нас есть. В современности было 29 игр из 100, фэнтези 23, на историческую тематику было 18 игр и научная фантастика 17. Для многих это может показаться очень странным, ведь, казалось бы, фэнтези и sci-fi на каждом углу. Посмотрите, Star Wars, Властелин колец и многие-многие другие тайтлы. Каждая вторая ММО либо про космос, либо про фэнтези мир очередной, или корейский фэнтези, или sci-fi мир. Почему? Откуда столько современности в наших топовых играх? Для меня это тоже показалось удивительным, но игроки любят современность. То есть PlayerUnknown Battlegrounds – это игра, которая происходит фактически в наши дни. Counter-Strike – это игра, которая практически в наши дни происходит. GTA происходит в наши дни. Это все показывает уровень технологического развития, который использует игра, правила которой ограничены этим конкретным, скажем так, миром, в котором она действует. То есть что нам дает, к примеру, современность? Какие возможности дает этот, скажем так, сеттинг для нашего использования в игре? Например, мы можем использовать мобильные телефоны как часть игры. В принципе, в других жанрах, кроме sci-fi, это не будет очень уместно и не очень применимо. Но в фэнтези мы можем, например, летать на драконах, что очень плохо вяжется с любыми другими тремя категориями. Исторический жанр, как вы можете увидеть, тоже весьма популярен. То есть людям интересно не только смотреть, как сражаются полуголые корейские эльфийки, или летают драконы, или вы бороздите бескрайние звезды, но им интересно также очень серьезные, очень продуманные игры, в которых нет места всем этим, скажем так, выдумкам. Это тоже стоит отметить. Вполне возможно, что вы можете сделать серьезную, достаточно серьезную историческую игру и зарабатывать очень хорошие деньги. За примером далеко ходить не надо. World of Tanks основана на вполне серьезной исторической, на вполне серьезном историческом фундаменте и имеет, как по мне, неплохой успех среди игроков. Пожалуйста. Ну, я думаю, фэнтези или современность, или другие категории, не надо рассказывать, какие есть популярные проекты. В общем, примите эту статистику к сведению, когда будете, скажем так, раздумывать над тем, как, в каком сеттинге я бы хотел сделать игру. А сейчас мы вернемся к теме, которую я уже немножко случайно затронул. Это то, что нам дает сеттинг. Какие вещи нам дает сеттинг? У меня тут в картинках есть три небольших, но, по-моему, очень красочных примера. Первый пример. Наверху вы видите скриншот из игры Total War Warhammer
первую часть. Почему я выбрал именно эту игру? Это первая часть, по сути, игры. Статистику можно посмотреть в приложении Steam. Наводите мышку на раздел «Магазин», и там самый нижний в дропдауне будет статистика. Нажимаете на эту кнопку, и у вас приводится статистика на данную минуту. На данный час. Я не уверен, какое там время обновления. Итак, почему я выбрал именно эту игру? Во-первых, это первая часть игры, которая, скажем так, в которой разработчики предприняли рискованный шаг и потратили ресурсы на то, чтобы сделать каждую фракцию, имеющуюся у них в игре, уникальной. Снабдить их новыми уникальными механиками, которые их отделяют друг от друга. Снабдить их своей отдельной историей, своим неповторимым флейвором, который позволит игроку их четко отличать, когда вы играете. После того, как вы поиграете в Total War Warhammer какое-то определенное количество часов, вы поймете, что все фракции абсолютно разные, несмотря на то, что игра при этом подчиняется абсолютно тем же правилам. Вы точно так же захватываете земли, вы точно так же отстраиваете здания на этих землях, вы точно так же нанимаете генералов, генералы нанимают армии, поселения зарабатывают золото и так далее, и так далее, и так далее. Но каждый из этих винтиков по-своему покрашен, по-своему подогнан под механизм общей работы каждой фракции. И мне кажется, это действительно тот был рискованный шаг, который, скажем так, выстрелил для серии Total War. Не знаю, следите, не следите, но когда выходила эта игра, разработчики открыто заявляли, что это самая успешная часть за всю историю серии. И это действительно так, это действительно понятно. Они предприняли рискованные шаги с целью не только углубить свою механику, но и ее расширить, сделать более уникальные все примеры. По-моему, это вот очень хороший пример того, как надо использовать сеттинг. Они взяли сеттинг Warhammer и использовали его на максимум. Каждый винтик, который можно было оттуда взять, они это сделали. Да, я согласен, в Warcraft 3 тоже было так же. Каждая фракция была уникальной. То же самое и в StarCraft. Но мы при этом не можем с вами сказать, что это игры менее популярные или которые заработали меньше. Это тоже отличные примеры. Я просто не хотел приводить совсем очевидные примеры. Решил более такие как-то заковыристые, чтобы можно было разобраться и заинтересовать вас самих пойти и посмотреть, что же такого уникального в этой игре. Вот. Вторым примером игры, которую я хочу привести, это вот одна из последних игр, которые я прошел. Я прям очень она мне понравилась своей самобытностью. Это игра Mad Max. Она выходила аккурат к премьере фильма нового 2015, кажется, года. Вот. Что интересно в ней отметить? Казалось бы, это обычная приключенческая игра в открытом мире, без каких-то намеков на величайшую, скажем так, лепту в истории видеоигр или чего-то такого. Но я хочу вам сказать, что она добилась некоторого успеха. Если вы сейчас... Простите, уже нет, к сожалению, с последним обновлением Steam очень важный для разработчиков сайт Steam Spy накрылся, и вы уже никак не сможете проверить мои слова, но поверьте на слово. Эта игра, несмотря на то, что получила такие, типа, окей, игра, ну, типа, хорошая, не шедевр, ну, пойдет. Эта игра умудрилась продаться тиражом более 2 миллионов. Да, у нее не совсем уникальный движок, это правда, но она умудрилась продаться, несмотря на свою как бы посредственность, несмотря на отсутствие, скажем так, больших амбиций, она продалась более чем 2 миллиона копий. И я думаю, абсолютно справедливо будет нам попытаться разобраться, что же такую обычную игру продало таким хорошим тиражом, которым, скажем так, никакой начинающий разработчик не захочет, скажем так, стыдиться таким тиражом. Это хорошее достижение. Так вот, разработчики в этой игре решили по максимуму попытаться использовать сеттинг полуразрушенного мира. Нет, фильм тут ни при чем, потому что
Насколько я помню, фильм вышел в мае, а игра релизнулась только 1 сентября. Вот, поэтому там достаточный период прошел, чтобы люди уже забыли о фильме. Поэтому игра только как... Ну, фильм, он повлиял, он как бы был поводом для того, чтобы люди обратили внимание, но ажиотаж уже прошел к тому времени, хочу сказать. И все-таки игра возымела успех, несмотря на фильм. То есть это постепенно она набрала все, всю эту, скажем так, заслуженную аудиторию. Так что я хочу сказать. В этой игре по максимуму выкручены особенности постапокалиптического мира и того, что там можно делать. Ни в какой игре в открытом мире вы не сможете кататься на ужасной, ржавой, прокачанной непонятно какой машине, при этом иметь возможность ее прокачивать по своему желанию, при этом иметь возможность ее заправлять и искать бензин, и это целая фишка в игре, которая тоже интересно использована, бензин. Не часто в играх мы заправляем машины, согласитесь. Тем более этот бензин также используется для огнеметов в то же время. Этот бензин используется для всеми любимых вышек, которые в этой игре выполнены в виде таких шаров воздушных. Воздушных шаров, на которых... игрок поднимается и осматривает окрестности. Что еще интересно в этой игре? Мы собираем металлолом. Что еще интересно в этой игре? Мы едим собачий корм, который был законсервирован, и мы его случайно находим. Это реально как бы единственный нормальный источник пищи. Альтернативный источник пищи, трупы, поедаемые опарышами, менее привлекательный, но в этом мире радиоактивным отравленным больше никакой еды нет. И мы понимаем, вот эти факты простые, казалось бы, что в этом такого? Но вот такой скудный выбор еды, вот такое его представление сразу погружает игрока в происходящее. Он сразу понимает, что в этом мире все серьезно. Как вот отметили в чате, еще пить воду. Вообще очень редко у нас в каких играх нужно пить воду. Это одна из немногих. И вода реально может стать проблемой. Ну, за исключением, если вы прям реально хорошо играете, она не такая уж и проблема. Но все равно время от времени вам приходится искать эту воду. Обязательно перед тем, как вы идете выносить мозги какому-то боссу очередному, вы тоже должны фляжка целая, патроны есть, все есть. Патроны. Казалось бы, шутер, да? Стрелять, это же все очевидно, но патронов там очень мало. Максимально вы можете носить с собой 5 патронов. Вы бережете эти патроны, как зеницу ока. И это еще дальше вас погружает в этот постапокалиптический мир. И все вот эти маленькие детальки, которые разработчики собрали воедино, составляют вместе вот эту картину, из которой не хочется уходить, в которую хочется поиграть. Да, в игре довольно слабый сюжет, да, она там кое-как где-то проседает, но я получал абсолютное удовольствие, играя в нее. Например, Fallout 4 – отличный контрпример. Fallout 4 – это игра точно так же про постапокалиптический мир. Точно так же она рассказывает об одном человеке, который выжил после этой катастрофы и пытается ужиться вместе с новым миром, скажем так, вокруг себя. Но при этом вам не надо в Fallout пить, и есть тоже особо не надо. Единственное, что вас может, что вас может беспокоить, это может быть радиация иногда. То есть все это настолько упрощено, что... оставлено на второй план, и вперед выставлен сюжет и шутерные механики. И все. Вы, по сути, без модификаций каких-то, вы не ощущаете себя в постапокалиптическом мире. Такое ощущение, как будто вы вышли просто в особо заброшенный пригород в железном костюме. Просто какой-то район сходок ролевиков. Все. Вы не ощущаете себя реально в постапокалиптическом мире. А в Mad Max, например... первая локация, на которой вы ездите, да, на машине своей, вам кажется странной, потому что вокруг скалы какие-то странные, все какое-то непривычное. И потом
И потом вы выезжаете из первой локации и понимаете, что все это время, которое вы до этого провели в игре, это где-то часов 10, наверное, все это время катались по дну высохшего океана. Насчет количества копий Fallout. Тут интересный момент. Я проводил до этого еще одну лекцию открытую, посвященную вопросу, почему одни игры удаются, а другие нет. И там я как раз затрагивал тему Fallout, если мне не изменяет память, и почему игра удалась. По сути, в первую очередь, игра удалась из-за своей репутации. То есть имя Fallout, по сути, сделало 50% ее продаж. Это если вот так округлять, скажем так. Если вы прямо сейчас зайдете на Steam и посмотрите рецензии к этой игре, вы поймете, что разработчики окрестили свой шутер в сеттинге Fallout, Fallout 4. Но при этом с настоящим Fallout он имеет мало общего. И игроки открыто об этом заявляют и говорят, что они очень сожалеют. Очень сожалеют о том, что потратили свое время на игру, и она действительно испортилась. Тем не менее, ожидания игроков и уровень исполнения, он нормальный все-таки. Уровень исполнения и общее, скажем так, прилежание при разработке игры позволили Fallout набрать аудиторию на славе предыдущих частей, на громком имени, и оставить большинство казуальных игроков. Потому что, согласитесь, все-таки нативный Fallout 4 – это довольно казуальная игра и мало относящаяся к RPG по сравнению с предыдущими частями. То есть, по большей части, имя сделало Fallout 4 успех. То, почему ему дали игру года, я вообще не понимаю. То есть это явный шаг назад по сравнению с другими частями. Третий пример, более серьезный. Arma 3. Все наверняка слышали об этой игре. Куча стендалон популярных игр вышла из ее модификаций, такие как DayZ, PlayerUnknown Battlegrounds. Это все игры, которые вышли из-под модерского... В прошлом году Fallout был игрой года, за год до Зельды. Из-под наковальни модерской Армы 3 вышло много игр, которые разрывают шаблоны сейчас игрокам и завоевывают все топы. Но что сама из себя представляет Арма 3? Эта игра, в первую очередь, задача которой наиболее реалистичной и приближена к реальности показать те вещи, с которыми люди сталкиваются в вооруженных конфликтах. Мало игр, где вы настолько реалистично ведете сражения, мало игр, где вы лежите в кустах и пытаетесь найти снайпера, он тоже пытается вас найти, в итоге вы встаете, и где-то там за 3 километра вас убивают, потому что вы спалились не вовремя. В общем, это очень серьезный симулятор, который вводит огромное количество механик, правдоподобных механик, которые используются, можно сказать, в реальной жизни, и тем самым привлекает игроков. То есть есть хорошая прослойка игроков, которая устала от какой-то конвейерности, устала от простоты, им хочется хардкора. И именно эта игра, как я считаю, один из немногих шутеров, которые предоставляют людям такую возможность. И это как бы их заслуга. Игра достаточно популярна. Я сейчас не вспомню, находится она в топе 100 популярных игр в Steam, ну вот примерно в наше время сейчас. Но, по-моему, находится. И это о чем-то говорит. Но это примеры не самых популярных игр, да, но примеры тех игр, которые максимально хорошо используют свой сеттинг. Идем дальше. Что есть крыша нашего дома, который полюбят игроки? Это монетизация. Всеми любимые лутбоксы, внутриигровые магазины, DLC и все, за что мы так полюбили нашу дорогую индустрию. Что хочется сказать? Когда вы собираетесь делать успешную игру, монетизация, эндгейм, реиграбельность, какие-то дополнительные возможности и режимы – это чуть ли не основная вещь, о которой нужно задумываться. Потому что на самом деле успешная игра должна заставить игрока удержать его на сотни часов.
никакой сюжетной кампании на этого не хватит. Это супер дорого и супер, скорее всего, неоправданно. А вот желание игрока получить что-то новое в интересной ему игре, контентные какие-то обновления, соревновательные режимы, все именно это уделяет, заставляет игрока не только играть в игру, но и тратить. Вспомните, сколько нужно, чтобы пройти доту времени. По сути, чтобы пройти доту, нужно один раз выиграть. И вы, в принципе, поняли, что о чем будет игра, и мало что изменится. Но гигантское количество вариативности, гигантское количество переменных, влияющих на игру, гигантское количество героев и прочего делают практически каждую партию, в которой вы примете участие, уникальной. Это и есть реиграбельность, это и есть те самые новые ощущения, за которыми игрок каждый раз приходит. Несмотря на то, что в самой доте контента меньше, чем даже в большинстве инди-РПГшек, которые мы можем купить за 200 рублей по скидке. Но это реально так. И это игра, которая очень много зарабатывает. Несмотря на то, что в ней нет контента, нету сюжета толком, а есть только соревнования, вариативность, реиграбельность и монетизация, правильно. Давайте думать. Если мы хотим сделать какой-то успешный шутер, да, как мы с вами выяснили, сейчас это один из самых популярных жанров, и, наверное, я могу сказать, выразить свое мнение, так скажем, что это один из самых простых для создания жанров. Вот. Самых простых для создания жанров, да, шутер. И с технической точки зрения, и, в принципе, со стороны дизайна не такой замороченный. Вот. Очень легко взять его за пример. Допустим, мы с вами выбрали какой-то необычный сеттинг. Кстати, насчет сеттинга. Все, например, помнят Far Cry Primal, да? Смелый достаточно продукт с интересным сеттингом древнего мира. Но, насколько мне известно, Far Cry Primal, несмотря на всю свою уникальность, стал самым наименее продаваемым из новых частей Far Cry, что как бы говорит, что с уникальным сеттингом надо не перебарщивать, потому что ваша целевая аудитория, скорее всего, никогда не интересовалась пещерными людьми, и ей это, в принципе, тема, они далеки от этой темы, и вам будет тяжело как-то завлечь игрока. Вот даже в чате пишут, что она кому-то не понравилась. То есть это тоже зависит. Давайте возьмем какой-нибудь сеттинг, к примеру, который мы могли бы считать таким достаточно успешным в теории, что может принести деньги. У меня есть такое предположение. Давайте представим, что мы делаем шутер, который, место действия которого на какой-то планете, допустим, планете каких-то космических гладиаторов, да? И мы представляем из себя одного из гладиаторов, который зарабатывает на жизнь, развлекая публику. Вот, вот такой незамысловатый сеттинг. Представляете все себе вот эти железные арены с невероятными какими-то ловушками, испытаниями, кровь, кишки, слава. Все это вокруг вас. Вроде бы нормально. Можно использовать как-то интересные какие-то вещи. Космический sci-fi сеттинг абсолютно развязывает нам руки в плане оружия. Нам и катаны можно дать игроку, нам и какой-нибудь бластер можно дать игроку, нам и какое-то подобие магии можно дать. Ничем мы себя не ограничиваем. Это хорошо. Очень много креативных идей можно использовать. Плюс, как мы с вами ранее обсудили, мы заранее подумали о том, как же нашу игру монетизировать. Очень спокойно. Берем пример успешные игры. Например, Overwatch. Да? Это соревновательный онлайн-шутер, в котором игроку предлагают возможность поиграть за одного из персонажей, имеющих уникальный геймплей. Мы, по сути, поступим точно так же и скажем, что у нас есть куча уникальных персонажей, а наша монетизация представляет из себя возможности их каких-то косметических модификаций. Новый скин, шапка, что хотите, спреи. Все это полный комплект. Да, не будем сильно прямо сейчас креативить, просто чтобы вы понимали. Да? Собрали мы вот такую, скажем, соляночку. Да? Что же нам конкретно продавать? И почему, и как определить, что именно будет интересовать игроков?
первую очередь давайте посмотрим, насколько у нас соревновательная игра. У нас игра максимально соревновательная. Игроки постоянно сталкиваются с друг другом. Они постоянно видят друг друга. Они постоянно соревнуются за каждое лишнее очко, особенно если это что-то типа десматча или батл рояла ныне популярного. Это будет важно. Возможность выделиться для аудитории таких игр супер важна. Поэтому, предлагая игрокам скины к нашим персонажам, мы ни за что в жизни не промахнемся. Со всем остальным у нас есть уже какие-то сомнения. Может, им нужны новые, там, я не знаю, шапки, а может, и не нужны. Может, им нужны спреи, а может, и не нужны. Может, им нужны танцевальные эмоции, а может, и не нужны. Вот. А скины точно зайдут. Все вы слышали наверняка про Fortnite, да? Там, в принципе, две главные вещи, которые игрокам заходят. Это, опять же, скины и, опять же, эмоции. Это вот, вот так. Скиллы, продавать скиллы – это очень плохой тон. Во-первых, потому что это влияет, по сути, на геймплей. И это очень плохо. Даже в азиатских играх от этого постепенно отказываются. То есть игрок всегда должен, особенно в соревновательных играх, игрок всегда должен понимать, что игра к нему честна. Он всегда должен понимать, что результат игры зависит от его пряморукости, от его познания игры, от его настроенности. Именно это зависит. Именно от этого зависит исход его игры. Победит он или проиграет, и так далее, и так далее, и так далее. А когда вы говорите, что вот ты можешь там потратить 99 центов и повысить свои шансы, вы сразу получите негативные отзывы, и люди будут сразу же уходить из вашей игры. Нет, это все очень сильно ненадежные вещи, потому что у вас вполне... Как вам объяснить? Тут очень много факторов, которые на это влияют. Во-первых, то, что все игроки играют в одинаковых условиях, позволяет существовать киберспорту. То есть, грубо говоря, когда вы видите, как другие профессиональные игроки, имея все те же самые инструменты, которыми владеете вы, как казуальный обычный игрок, который не может, скажем так, три раза дать хедшот подряд, что они вытворяют, и вы понимаете, что у них те же самые инструменты, что и у вас, вас это вдохновляет. Вы говорите, я тоже так могу, пойду сделаю минус 5. И не важно, что вы сделали минус 5 после того, как 50 раз слились, но вы получили от этого удовольствие. И именно равенство игроков и именно честность по отношению к игроку дает эти возможности, заставляет PvP работать. Как только сюда вмешиваются какие-то нечестные вещи, типа транзакций, скиллов, ускорения опыта, игроки негодуют, они чувствуют, что здесь что-то не так. А это очень сильно плохо. Итак, мы с вами решили, мы продаем скины, какие-то эмоции и всякое такое. Смотрим дальше. Как нам правильно построить... Так, я жду вопроса. Смотрите, это, конечно, ну, более такая глубокая тема. Системы рейтингов, то, как игрок переходит между лигами, это все внутренние регулятивные механизмы, которые именно признаны подарить игроку наилучший опыт. То есть если игрок проигрывает, это не значит, что он плохо играет. Это значит, что он играет с теми игроками, которые играют лучше него. А значит, у него меньше шансов. И игра тем самым пытается найти вам тех соперников, которые будут лучше всего вам подходить. Именно по этому принципу работают большинство систем лиг, рейтингов, ММР и всего-всего-всего вот этого. То есть ваша задача, по сути... ваша задача, по сути, не добиться самого высокого рейтинга, как бы, а достичь того рейтинга, на котором вам будет комфортно играть, где соперники будут равны вам по силе, и при этом вы будете получать максимальное удовольствие от игр, от каждой игры. Итак, виды реиграбельности самые простые, которые можно применить в вашей игре. Возьмем пример, опять же, не новые, всем понятные.
Diablo 3, Path of Exile. Это игры, которые, реиграбельность которых основана на рандомной генерации. Рандомная генерация – это такая вещь, которая позволяет перетасовывать модификаторы, поля боя, все, скажем так, переменные игры, чтобы дать вам какой-то новый опыт. Можно сказать, что это весьма надежный инструмент, скажем так, который позволяет разнообразить игру. При этом система соревновательная в Diablo 3 и Path of Exile – это лидерборды, то есть это таблицы лидеров. Игроки соревнуются за наибольшее, меряются количеством очков, полученных за какие-то испытания. Это один способ. Эти игры, в принципе, неплохо зарабатывают. Diablo раньше зарабатывала, Path of Exile вроде бы до сих пор зарабатывает. Но, опять же, это такой достаточно устаревший метод, к которому есть свои претензии. Дальше. Огромное количество переменных. Я вот так это обзову, такой вид реиграбельности. Тут хороший пример Dota 2. В отличие от других мобов, в Dota 2 есть много нюансов. Их не просто много, их огромное количество. Смена радиуса обзора от высоты, на которой вы находитесь. Всевозможные руны, всевозможные механики типа стопания крипов, не давания им пройти и так далее, и так далее, и так далее. Прятаться в деревьях. Все эти вещи, которые сбалансировать очень тяжело, по сути, немножко, скажем так, выпущены из рук баланса, чтобы давать игроку настолько разнообразный опыт, что все эти мелкие какие-то нюансы, типа, вот именно это дерево здесь небалансное, потому что у игрока с этой стороны больше возможностей спрятаться, чем у этого. Еще введение еще большего количества переменных, по сути, это все нивелирует, и остается только баланс героев. Все вот эти со всеми этими вещами может взаимодействовать любой герой. Поэтому баланс тут сохраняется. И именно набор вот этого огромного количества возможностей в игре и позволяет постоянно получать новые эмоции. И, как мы с вами знаем, Dota весьма успешная игра, весьма популярная, особенно у нас в стране, и которая неплохо зарабатывает. Поэтому я считаю это неплохим примером, как можно сделать реиграбельность. И третий вид реиграбельности – это PvP, стандартная. PvP, у меня тут пример Хардстоуна, самый такой простой, вот как раз система лиг. Вы получаете за победы звездочки, за поражение у вас отнимаются, и таким образом игра, скажем так, отсортировывает вас в какую-то лигу, где вам будет наиболее все комфортно. То есть если вы играете средненько, вы не подниметесь раньше выше какого-то ранга. Если вы играете отлично, вы там преодолеваете все эти испытания и прокатываетесь катком по всем нубам и так далее, и так далее. Это очень хороший вариант реиграбельности. Если механика вашей игры поддерживает такие возможности, возможности продвигаться по каким-то лигам, это очень хорошо, потому что чаще всего, когда у вашей игры есть глубина, в зависимости от лиги игра немного меняется. То есть на примере Overwatch, если на самых низких лигах Симметра и Торбьорн весьма эффективные персонажи, из-за того, что за них делает некоторую работу компьютер, то есть турелью Торбьорна сама нацеливается в игроков, а турельки маленькие Симметры тоже сами нацеливаются, это повышает эффективность слабых игроков. И поэтому эти персонажи гроза низких уровней. С другой стороны, на очень высоких уровнях игры эти персонажи вообще практически бесполезны из-за того, что игрок может играть лучше, чем компьютер. Но игрок не может повлиять на то, как будет вести себя турель, не будет влиять на то, как ведут себя турели и симметры. И все вот это вот. То есть на самом деле игра в соревновательных режимах на низких уровнях очень сильно отличается от игры на высоких. И это надо понимать при дизайне. В принципе, насколько я знаю... Вот еще хороший пример вам. Это скриншот из второй самой успешной free-to-play игры. Самый, вот вам, пожалуйста, статистика за 2017 год. Первая по доходу League of Legends,
Вторая – Dungeon Fighter Online. Вот скриншот из этой игры. Это на случай, если вы думали, что игры должны быть безумно крутые, с красивой графикой и все-все-все, что вы могли подумать о самых успешных играх. Вот так выглядит вторая самая богатая игра на Земле. Вот, поэтому никогда не стесняйтесь своих идей, всегда думайте о том, как их воплотить, нежели думать, вот, у меня не получится красивая графика или там вот что-то еще, там музыка и так далее. Это все не должно вас останавливать, если у вас есть хорошие идеи. Да, бардак на экране – это то, что я первое понял из этой игры, когда ее увидел и пытался разобраться, что же в ней такого. Так вот, у нас осталось с вами, в принципе, 15 минут, поэтому я бы хотел послушать ваши какие-то вопросы, ваши, может быть, какие-то пожелания и предложения, потому что мне на самом деле очень интересно проводить подобные лекции и разбирать с людьми, и, ну, желающими попасть в геймдев или работающими в геймдеве, разные вот такие аспекты. Мне кажется, такое просвещение небольшое, тоже очень полезное. Мне вот интересно, что вы об этом думаете. Перед началом стрима я задал вопрос в чат. Было бы интересно вам послушать вебинар о том, как на примере простецкого платформера можно изменить его дизайн. Ну, я имею в виду как бы гейм-дизайн, левел-дизайн, монетизацию, все-все-все-все вот это. Как это можно изменить, чтобы сделать игру на уровне, чтобы она имела шансы на успех. Подумайте, интересно вам или нет, отпишите в комментарии, чтобы я понимал, начинать мне работу над подобной темой или нет. Так, вопрос. А в чем претензия к рандомной генерации в Diablo? На самом деле, я всегда, когда меня интересуют какие-то определенные жанры, я стараюсь как-то углубиться и, скажем так, будучи достаточно казуальным игроком, можно сказать, всегда стараюсь смотреть о том, как люди играют в игру профессионально. Например, в Diablo 3 есть такая механика. Great Rifts, я не помню, как они называются на русском, Великие Порталы, наверное, или что-то такое. Суть в чем? Генерируется абсолютно рандомная локация по каким-то одним разработчикам веданным шаблонам. На этой локации нужно убивать элитных монстров, собирать с них определенную эссенцию и тем самым заполнять шкалу. Когда эта шкала заполняется, все монстры то ли умирают, то ли не умирают, не помню, и появляется гигантский жирнющий босс с очень хорошими наградами. Суть в том, что чем быстрее вы закроете все это дело и убьете главного босса, тем выше вы оказываетесь на соревновательной лестнице. И людям действительно оказывается интересно это делать. То есть они проходят эти рифты, закрывают их как можно быстрее, специально подбирают билды под это, персонажи. Там целая наука на самом деле, очень интересно все это. И закрывает на время эти рифты. Но с чем связана проблема такой генерации? Например, у элитных монстров в Diablo есть такой префикс, который называется Juggernaut. Насколько я знаю, он повышает здоровье и урон этих элитных мобов. Что делают профессиональные игроки, которые, скажем так, задирают вот эти планки прохождения? Они просто выходят из рифта. И этот феномен получил название Rift Fishing, если я не ошибаюсь. Вот. По сути, профессиональные игроки, которые хотят именно поднимать свои вот эти вот ранги, вот это улучшать время, они просто скипают, заходят в новый рифт, смотрят, что в нем получилось, сгенерировалось. Если он им не нравится, они его скипают, выходят, начинают искать новый, и вот так они могут проскипать 50 таких рифтов, чтобы найти тот удачный, который подходит именно под их персонажа, который можно попробовать закрыть на рекордное время. Это на самом деле плохая механика, и в этом отчасти виноват именно рандомный генератор. Плюс есть такие вещи, как
там есть система ценности вещей, есть белые вещи, есть серые, есть желтые. Каждый из них дороже, лучше и получает какие-то новые свойства. И в конце игры вы вообще не запариваетесь ни с какими вещами, кроме легендарных. Все остальное вы просто проходите дальше. Это тоже как бы часть вот этого вот механизма, который рандомизирует. И, ну, в общем, этот механизм жесток к самой игре. Вот этот рандом, он не всегда оправдывает свои, скажем так, свои возможности. И на самом деле для игроков, которые тратят за игрой сотни часов, это все, скажем так, становится более рутинным. Они уже понимают эти механизмы, и для них не так все уж рандомно становится. Вот. Я так глубоко, конечно, копнул, но чтобы вы понимали, что вот в любой системе на самом деле есть свои нюансы, свои минусы. Вот. Еще какие-то вопросы есть у вас интересующие? Так, я понял, да, если вам это действительно интересно, я постараюсь подготовить подобную презентацию, найду какой-то простой... Когда мы придумали концепт. Хорошо, давайте я еще раз суммирую. Как раз вот у нас финальные 10 минут. Что мы сегодня выяснили? Литература к прочтению, ну, это сложно сказать. В основном вам просто нужно следить за новостями индустрии, читать такие ресурсы, как Гамасутра, различные российские ресурсы, ну, в общем, следить за индустрией. И там очень часто появляется, ну, проскакивает информация от разработчиков, от издателей, от прочих исследовательских групп, которые в этом принимают участие. И постепенно вы начнете как бы разбираться в ситуации. Это просто нужно иметь опыт. Так, вижу еще один вопрос. Сейчас на предыдущий. Как резюмируем вот эти две лекции? Что мы с вами выяснили? Как придумать популярную игру? В первую очередь мы должны выбрать популярный жанр, в который играют люди, который им нравится. Мы выяснили, что наиболее сейчас, скажем так, надежная ставка – это шутер. В него играют наибольшее количество человек. Что мы выяснили дальше? Хорошей игре необходим хороший и правильно использованный сеттинг. Мы берем какую-то интересную идею, допустим, космические гладиаторы, я не знаю, война гномиков за грибочки, что-то такое. Мы берем какую-то интересную тему и стараемся выжать из нее максимум. Я разобрал примеры, где было показано, как... ну, хорошие примеры, где выжато максимум из сеттинга, который взят. Далее мы исследуем рынок и смотрим, какие методы монетизации сейчас наиболее популярны. Слава богу, в последние года вопрос стал простым и понятным. Это самые эффективные, самые популярные методы. Это free-to-play игры с косметическими какими-то улучшениями. Почему free-to-play? Free-to-play позволяет игроку без каких-либо денежных или еще каких-то рисков оценить игру, нравится она ему, не нравится, и при этом никак не ограничивает его по тем деньгам, которые он может в игру вложить. То есть, грубо говоря, вы бы могли продать игру свою за $60, но если вы ее отдаете игрокам попробовать бесплатно, в итоге они могут несколько тысяч в нее вложить. И это как бы они с этим согласны. В этом преимущество. Вот, это основные такие вот критерии. Что еще можно сказать? Чтобы придумать популярную игру, нужно смотреть на рынок в первую очередь. Я показал примеры того, как очень просто это сделать. Не буду разбирать, к сожалению, всю прошлую лекцию, которую мы проводили. Я приводил примеры пунктиков таких, на которых погорели или выиграли за счет которых определенные игры. Я вам советую еще раз как бы посмотреть, там это есть. Наверное, мне даже стоит выложить в открытый доступ такой небольшой список, который я составил. Ну, в общем, там, в принципе, все мы это обсудили. Есть определенные критерии, по которым вы можете определить до выхода игры, насколько она будет популярна. Эти критерии я, кстати, могу применить к следующему вопросу. Вот, например, у нас...
Юми Фуку из чата очень ждет Cyberpunk от CD Projekt. Что я могу сказать об этой игре? Сейчас от этой игры очень высокие ожидания. После третьего Ведьмака, которую можно спокойно считать одной из самых вообще выдающихся игр за последние года, очень высокие ожидания от этой игры. Это мы точно знаем. Мы точно знаем, что у нее хороший бюджет, потому что разработчики будут повышать планку. И наши ожидания – это первый такой пунктик, который решит исход судьбы. Если игра получится средненькой, то оценки у нее будут, и продажи у нее будут, как и у реально плохой игры. Какая бы она хорошая ни была, эти ожидания ее похоронят. Если она получится еще лучше, то чем игроки ожидали, то у нее продажи будут гораздо лучше, если бы это была независимая игра от других каких-то разработчиков. Это вот на примере ожиданий, это один из пунктов, который мы разбирали на той лекции. Так, Warface тоже тут упомянули. Warface — это тоже интересный такой феномен. Это, по сути, такой, можно сказать, казуальный шутер PvE, рассчитанный именно на игроков, которые меньше хотят соревноваться в скилле и больше играть. То есть там очень такая суровая система монетизации, которая сосет деньги из этих людей и при этом позволяет им чувствовать себя хорошо за потраченные деньги. Тоже очень эффективный метод. На самом деле самые бессовестные методы в нашей индустрии часто обретают самую большую эффективность. Так. Massive Action Game на PS3. Честно, я не слышал про эту игру, не знаю, о чем речь. Warframe сейчас, насколько я понимаю, несмотря на свой преклонный возраст, можно сказать, имеет неплохую популярность. Они делают шаги, опять же, на расширение своей игры, они добавили какие-то открытые локации. По сути, Warframe — это, скажем так, PvE-шутер здорового человека, Warface — PvE-шутер курильщика. Это очень грубо так выражение, основанное на культурном мнении, но вы поняли, о чем я хотел сказать. То есть определенное преимущество Warframe в том, что он правильно использует, опять же, свой сеттинг интересный. И ничем не особо не связан, и не так жесток к игрокам, поэтому имеет и большую популярность, очевидно. Вот и в принципе все. Больше вопросов я особо не вижу. Знаете, у меня какой к вам есть вопрос? Может быть, мне действительно стоит в каком-то более текстовом виде, в виде статьи, возможно, выложить все эти материалы, которые я готовил к этим двум лекция. Может быть, вам будет интереснее еще в таком виде это почитать. Про инструменты изучения рынка. Скажем так, если вы не аналитик какой-то ведущей компании, их можно использовать вполне простые. Сейчас на экране вы видите вырезку из аналитического сборника, который создала компания Superdata. Вот этот сборник аналитический в открытом доступе. В прошлой лекции я давал ссылку полностью на эту работу. Вот, вы можете с ней ознакомиться. Это один из способов посмотреть, что происходит в мире. Там очень широко освещена вся индустрия видеоигр. Прям действительно очень хорошо идет анализ рынка и всего, что в ней происходит. Там плюс есть какие-то предположения на будущее время. То есть это в конце 2017 года было. Вот как бы на этот год какие они предположения ставили. Я просматривал этот труд очень достойно. Плюс недавно почивший Steam Spy. Он, не знаю, насколько он сейчас будет полезный, но, в общем, это аналитический сайт, который анализирует именно происходящее в Steam. То есть вы в любой момент могли раньше посмотреть, сколько примерно копий продано у определенной игры, чтобы понять, сколько действительно она денег заработала.
То есть вы можете примерно прикинуть, сколько действительно зарабатывают мелкие инди-игры. На самом деле очень полезная вещь была, и, к сожалению, настройки приватности Steam теперь ее уничтожили. Очень жаль. А какие еще есть инструменты изучения рынка? Также можно постоянно просматривать магазины. Например, если вы занимаетесь мобильными играми, очень полезную информацию в себе несет топы игр в App Store или в Google Play. Мониторинг этих топов позволяет вам, ну, весьма хорошо оценивать течение в рынке, моду в рынке. Вот, например, все мы знаем Героев Меча и Магии 3, да? Это уже бородатая игра, ровесник многих современных начинающих разработчиков, можно сказать. Но у нее есть очень интересные идеи, которые, к сожалению, мало были воплощены. Если вы сейчас зайдете в App Store, у меня iPhone, поэтому только в App Store могу посмотреть. Если вы зайдете в App Store и посмотрите топ-гроссинг, ну, то есть по заработку, да, наиболее успешных игр, вы там можете обнаружить несколько игр, подозрительно напоминающих наших с вами любимых бородатых Героев Меча и Магии 3. То есть, по сути, это большие компании сказали: блин, зачем нам что-то свое придумывать, когда мы можем просто что-то скопировать из давно любимых, но забытых вещей. Пожалуйста, зарабатывают миллионы долларов. Не просто миллионы, а десятки миллионов долларов. Это тоже очень хороший способ. Если вы заходите в топ каких-то мобильных приложений, платных, бесплатных или неважно, и видите игру какую-то определенную, причем отличаешься, вы точно с уверенностью можете сказать, если она на высоких местах, через год вы увидите 10 ее клонов. Это 100%. Вот. И нужно следить за этой модой. Вы вполне можете успеть сделать какой-то небольшой продукт и успеть на первую волну славы, где игроки будут искать похожие игры и интересоваться ими. Еще, кстати, интересный момент по поводу мобильных игр. Есть такое, скажем, явление, когда появляется клон какой-то игры, особенно если это ММО, РТС или вот что-то такое. Игроки, даже несмотря на то, что любят предыдущую игру, в которую они играют, переходят на новую игру только для возможности собрать свой клан побыстрее и, пока в игру не набежало много игроков, выбиться в лидеры и иметь большое преимущество над другими и тем самым всем показывать свою славу. Такое тоже бывает. Это тоже можно учесть. Поэтому не всегда создание клона действительно невыгодное дело. Так, я вас понял. Скорее всего, действительно надо потратить свое время и как-то более, скажем так, широко и подробно изложить все эти мысли, которыми я хотел с вами поделиться за эти две лекции, и представить вам в виде статей. На самом деле не очень. Китай контролирует все жестко. Ну, как бы из-за того, что там нету, по сути, нормального контроля, у них там очень тяжело разработчикам нормальным защищать свои авторские права. То есть если вы зайдете на китайский App Store или даже в самые глубины обычного App Store, вы очень увидите много различных игр на вариацию World of Warcraft, которые даже используют имена персонажей World of Warcraft, само название World of Warcraft, где угодно, без абсолютно зазрения совести. Так, ссылки, да, конечно, ссылки добавлю. На старую трансляцию, наверное, сейчас не найду оттуда ссылки, к сожалению, поэтому сюда не смогу добавить. Вот. С копированием там тяжело, но там, насколько я знаю, существует закон о том, что нужно делать все free-to-play и нужно публиковать шансы. Но на самом деле это не сильно влияет. В Японии то же самое. У каждого рынка есть своя специфика. И чтобы преуспеть на этом рынке, ну, эту специфику нужно всегда учитывать. Вот, то есть вот эта игра, которую мы с вами видим на экране, Dungeon Fighter Online, она в первую очередь как бы зарабатывает на азиатском рынке. И вы понимаете, что она очень трепетно относится к этой азиатской культуре и пользуется ей на все 100%. Я думаю, можно заканчивать. Если у вас есть еще какие-то вопросы,
Конечно, есть наказания, просто их не получается, скажем так, вовремя сделать. То есть люди навариваются на этой игре, их просят закрыть, их удаляют, они что-нибудь переименовывают, что-то переделывают, снова возвращаются, и это бесконечная гонка, в которой на самом деле выиграть невозможно. Бывают даже такие случаи, когда компании прямо перед иском просто закрываются, и уже некому предъявлять иск. Там все очень сложно, и в это ввязываться даже нет смысла. Большинство компаний крупных, типа Blizzard и так далее, они просто забивают на это дело. Итак, надо нам с вами закругляться. Я услышал ваше мнение, услышал, что вы хотите. Я к следующему вебинару, если он состоится в ближайшее время, я постараюсь все это подготовить, какие-то статейки, чтобы вы могли почитать, посмотреть, побольше ссылок интересных наберу. Вот, и мы с вами будем разбирать простенький платформер, препарировать его и пытаться улучшить прямо как киборга. На этом я с вами прощаюсь. Приходите почаще на Geekbrains, мы вас ждем. Жду вас на курсе геймдизайна, который скоро стартанет. И увидим, что мы с вами, какие великие игры мы с вами вместе сможем сделать. До свидания.